Так, ну всем привет. Возвращалась в деревню. Увидела этого бедолагу, который пытался переползти дорогу. Остановилась, думала, отнесу его хотя бы в безопасное место. Но увидела, что он раненый. Так что знакомьтесь, Егорка. Сейчас тебя достану. Я приехала на работу с ежом. Что-то у него с лапами. Я увидела рану на голове, и как-то он хромает. Да, малыш? Сейчас буду и оборудовать ему место. Так, ну у него вот раз рана вот здесь и два рана. Раз рана очень большая вот здесь. И вот здесь вот вторая. Так, не знаю почему, но сам не пьет. Сейчас буду поить. Камеры. Ты думаешь, я совсем поехала? Вот уже. Коллеги на работе думают, что крышняк поехал. Давай пить. Давай. Попьем, давай. Ну, ежик, ежик.
такое?